Ребята, привет! Сегодня у меня немаленькая посылочка, весит она довольно так ничего, немножко запачкана, но это не страшно, потому что здесь фонарики. В общем, оценена она в 5 долларов. Так, ну и я так чувствую, что здесь ну либо один, либо два фонарика. В общем, сейчас мы узнаем. Заказывал я фонарик на 1800 люменов, так где бы его отрезать. Плохо режет что-то. Так, так. Так, а нет, здесь один фонарик всего и корпус. Так, там больше ничего нету. Такая вот махина. Значит, фонарик модели Ultrafire на XML T6, да, вот XML T6 светодиод с увеличающей линзой или увеличивающей. Так, значит, как что у нас можно? У нас можно использовать батарейки 18650. И у нас можно использовать кассету из трех батареек формата 3А. Так, ну, поскольку у меня... Так, где он еще? О, ого, зум, конечно. Зум здесь, наверное, шикарный. Так, ну, у меня есть, кстати, тоже на XML-T6 диоде. Этому фонарику уже 4 года. И здесь немножко я попалил свой диод. Ну, в общем. Есть у меня один раритет из этой модели. Тоже... В воде, где он только не бывал. Так. А, через вот эту вот штуку нужно одевать. О. Ну, это заметно ярче моего. Потому что камера слепится. Так. Есть раз, два, три, четыре, пять режимов. Фокус тоже есть. Очень такой плавный. Вот я даже мизинчиком могу его засунуть. Вот, вообще яркий фонарик. Так, ну, я думаю, что видеообзор мне нужно на него будет сделать отдельно. Поеду в парк, поснимаю. Сзади, кстати, кнопочка, он водонепроницаемый, но, как говорят, его не нужно использовать в воде. Вот, в общем, вот такой вот фонарик. Железный, весит с батарейкой грамм 700. Не, какие 700, грамм? Грамм 400-500, где-то так. Ну, не знаю, в общем, не важно. В общем, ребята, всем спасибо за просмотр, подписывайтесь на наш канал. Заходите в нашу группу ВКонтакте, там тоже можете подписаться всем, кому интересно. В общем, спасибо за просмотр. Пока!